Всем привет, с вами Кас. На этом видео у нас, значит, Xiaomi Redmi Note 8. Данный телефон имеет такую неисправность, как не работает микрофон. То есть при разговоре нас не слышат со стороны абонента. Итак, для этого заходим в диктофон и начинаем запись. Так, здесь можно выбрать записи. Флажок, я не знаю, что это такое. Нажимаем на запись. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрите на спектр, он у нас ровный. Должен был бы двигаться. Вот. Нажимаем на паузу. Окей. Так, сейчас сохраним в качестве имени. Напишем 3 пятерки. Окей. И перейдем в список. Вот. Воспроизвожу. Звук полный. При этом нет никакой... при этом нет никакого звука. В Самсунгах есть такая функция, можно переключиться на нижний и верхний микрофон. Но почему-то здесь я этого не нашел. Поэтому продемонстрирую то, что верхний микрофон работает с помощью камеры. Итак, на камеру запишу видео. Смотрите, вот начал запись. Раз, два, три, четыре, пять, нижний микрофон. Раз, два, три, четыре, пять, верхний микрофон. Останавливаю запись. Переходим и слушаем. Я думаю, что вы сейчас слышали, как хорошо записался звук именно на верхнем микрофоне, а нижний микрофон у нас не работает. Поэтому, исходя из этого, сейчас будем делать разборку телефона и делать ремонт микрофона, то есть будем менять микрофон. Для того, чтобы разобрать телефон, нам нужно будет снять заднюю крышку. А для того, чтобы заднюю крышку снять или отделить, нам нужно его нагреть на сепараторе. Поэтому изначально выключаем телефон и нагреваем телефон на сепараторе. Итак, вот наш сепаратор нагрелся до 123 градуса. А вот наш телефончик нагревается. Итак, снял телефон с сепаратора. Далее применяем такой вот скальпель и спирт. Макаем в спирт чуть-чуть и сбоку поддеваем крышку. Вот чуть-чуть поддели. И вот здесь начинаем пластиковой карточкой отделять крышку. Крышку отделяем осторожно. Здесь проходят два шлейфа. Поэтому поддеваем по краю. Ни в коем случае не заходим вовнутрь. Также здесь будьте осторожнее. Здесь находится шлейф Touch ID. Будьте осторожнее. Ну и вот, пожалуйста, крышку отделили. Делаем это осторожно, чтобы не сломать крышку. Крышка у нас стеклянная. Вот, теперь мы видим здесь Touch ID, и нужно его отсоединить. Отсоединить нужно ногтями или какой-нибудь пластиковым, или каким-нибудь пластиковым инструментом. Вот, пожалуйста, отделили. Лишний клей убираем. Эти два шлейфа я имел в виду, чтобы, когда вы будете поддевать внутрь, вы можете вот так вот срезать его. Если срежете шлейф, то это тоже в своем роде проблема. Такую запчасть в местности, надеюсь, думаю, что найти будет трудно. Ну а заказывать с Китая, пожалуйста, кому интересно, ссылка будет в описании. Можете заказать. Итак, теперь, значит, откручиваем нижнюю часть винтов, потому что микрофон у нас находится на нижнем плате. Откручиваем все винты, которые мы здесь видим. Итак, открутили все винты, значит, поддеваем вот таким вот образом и отделяем модуль динамика и антенны. Вот. Теперь у нас находится здесь плата, нижняя плата и сам микрофончик. Далее, значит, отсоединяем межплатный шлейф, отсоединяем коаксиальный кабель, делаем осторожно, и также откручиваем винт, который фиксирует плату. Теперь немножечко здесь приподнимаем плату. Вот она отлетела аж, она не приклеена. То есть приклеена в принципе, ну вот в этой области. Вот она наша плата, вот здесь находится микрофон под данной защитной, под данным защитным экраном. Нужно будет сейчас его снять и под ним будет находиться микрофон. Вот отверстие микрофона. Итак, значит, прикрываем защитными экранами пластиковые элементы. Также прикрыл здесь разъем
межплатный разъем. На фене у меня 320 градусов и начинаю отпайку. При этом включаю вытяжку. Итак, убрал защитную крышку, незащитный экран, и убираем микрофон. Убрал микрофон. Итак, микрофон у нас здесь какой-то трехконтактный, непонятный. Итак, с донора снял точно такой же микрофончик, имеющий три контакта. Кому интересно, ссылка будет в описании на новый такой микрофон. Поэтому я сейчас его буду запаивать. Для начала нужно будет прогреть посадочное место. Для этого добавляем немножко флюса. И начинаем прогревать. Как видим, припой сплавился. Подносим микрофон и ставим на его место. Микрофон запаялся. Теперь ставим решетку или защитный экран. Все, защитный экран поставил. И теперь собираем телефон. Так выглядит плата после пайки. Все отлично, все четко. Итак, все, телефон собран. Включаем телефон и проверяем. Видим заставку Redmi и ожидаем полной загрузки телефона. Итак, телефон у нас загрузился. Значит, заходим в диктофон и делаем запись. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрите теперь на спектр. Спектр у нас заработал, значит, звук записи идет. Или звукозапись идет. Нажимаем ОК, сохраняем как 3 семерки. То есть задаем имя 3 семерки, переходим в лист 3 семерки. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрите теперь на спектр. Спектр у нас заработал, значит, звук записи идет. Все, пожалуйста, микрофон заменили, телефон заработал. Теперь, смотрите, нужно теперь заклеить крышку. Сейчас мы это сделаем. Нужно будет клеить с помощью... Крышку клеить надо с помощью такого вот клея. Это 7000, кому интересно, ссылка будет в описании. Данный клей имеет цвет черный. Намазываем по краю и клеим. Все, клей я намазал. Защелкиваем шлейф Touch ID. Итак, защелкнул шлейф Touch ID и ставим крышку. За края могут повылезать немножко клея. В этом нет ничего страшного. Клей Т7000 очень легко убирается натиранием пальцев после высыхания клея. Далее применяем обычные резиночки. Зажимаем. Вот и, пожалуйста, телефон собран. Все отлично, все работает. Поэтому, надеюсь, данное видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!